Я тренинговый наркоман. За всю свою жизнь я посетил, наверное, с полсотни тренингов. И на каждом мне говорили: делай раз, два, три, и будет тебе счастье. Я искренне делал раз, два, три, и счастья становилось меньше. Говорят, допустим, настрой директ, и я иду настраивать директ. Говорят мне: делегируй все, и я делегирую все, даже то, что мне делать нравится. А эксперт? Ну что эксперт? Не получается настроить директ? Так это потому, что ты тупой. Спасибо за оплату курса, пока. И уходит в закат. А штука в том, что идеи из чужой головы чаще всего не помогут в вашей конкретной ситуации. Это чужие ключи от чужих дверей. И вот однажды я приехал на один, где все было наоборот. Никто не давал готовых ключей, все задавали вопросы, думали над моей проблемой коллективно, искренне стараясь разобраться, а не заткнуть шаблонным решением. Бесед на такой уровне искренности в обычной жизни я не встречал почти нигде. Что же такое АДИ и что конкретно там делают? Это как прыжок с парашютом, как первый поцелуй, как рождение ребенка. В общем, словами не передать, можно только попробовать на деле. Так что приезжайте на АДИ, ссылка внизу в описании к видео. Нарисовал Кир Ященко, оживил Юрий Бриняк.